вспоминаю Афган, горы, покрыты кровью от ран, горе стучит кому-то в окно. Как же нас от него сберегло? Сколько таких, как ты, матерей, не дождались сыновей, не дождались сыновей. Мама, как ты, никто так не ждал, знала, что письма это обман. Только была готова отдать ты все, чтоб снова узнать, знакомый почерк узнать. Всюду ты доверялась одним, лишь только чувствам своим, что было сыном твоим. Спасибо, мама.